Первые 5 минут вся игра шла в зоне Сочи, поэтому гол гостей вытекал из логики событий. Не прошло и 10 минут, как сочинский хоккеист Джереми Брако сравнял результаты. Однако соперники «Леопардов» снова вырвались вперед. Во втором периоде Сочи явно переиграл «Динамо». Преимущество по моментам не материализовалось в преимущество по голам, но играла команда с огромным вдохновением. Южане реализовали гол в большинстве. Марат Хуснутдинов отметился точным броском. Затем «Леопарды» пропустили шайбу в меньшинстве. В третьей 20-минутке соперники забросили в сочинские ворота сразу 3 шайбы. Итог встречи – счет 2-5 в пользу московского «Динамо». В результате хоккейный клуб «Сочи» занимает 6-е место в западной конференции. Южане провели 24 игры и заработали 25 очков. Следующую встречу «Леопарды» проведут с хабаровским «Амуром». Матч состоится на домашней арене ХК «Сочи» 2 ноября.